карты, жуды карт, Стравинский. Вы, конечно, знаете такое имя в истории балета, как Джордж Баланчин или Баланчивадзе, благодаря которому появилось много выдающихся произведений, в том числе с точки зрения флейты здесь достаточно, с одной стороны, простое, с другой стороны, сложное. Самое главное, как в игре в картах, перед тем, как играть этого соло, вы должны... Вот, следующий эпизод в 77-й цифре мы переносимся в третью октаву и начинаем играть тоже неприятные форшлаги, которые начинаются с ноты ми. Для того, чтобы обезопасить свой звук в быстром темпе, у вас получается... Как раз этим последним эпизодом вы показываете удовлетворение от возможного выигрыша в конце этого балета, который продолжается всего-то 20-22 минуты.